Мне в комментариях написали, что нравится, как я сочетаю свои украшения, и просили показывать поближе. Ну, вот показываю. У меня такая многослойность. Мне очень нравится, что сейчас в моде вот именно модно многослойность. И тут их у меня несколько. Вот такая вот цепочечка, да, вот посмотрите. Вот такая вот цепочка. И вот такие вот бусы. Сейчас покажу вам по-другому немножко. Ну, вот так, наверное, будет вам лучше видно, да? Здесь у меня крестик тоже на серебряной цепочке, да? Но крестик должен быть к телу, поэтому я ношу его под маечкой, да? Ну вот, и если поближе показ, мне очень нравится вот эта вот цепочка. Обожаю вот эту вот цепочку, просто ее обожаю, да? И эти бусы тоже просто обожаю. В общем, все это вот так вот выглядит, да? Кто просил, для вас показываю. Ну, вот как-то так. Всем привет, дорогие друзья! Я вас всех приветствую на своем канале. Как вы уже поняли, я приехала в Икею. Тут мне надо кое-что посмотреть, но, естественно, раз кое-что посмотреть, естественно, погулять. И погулять вместе с вами. Как всегда, все как всегда. Хочу посмотреть какую-нибудь в прихожую вешалочку, что-нибудь такое под комод. Как-то мы сюда приезжали, что-то я присмотрела, но что-то было не то. Но мы, если же не были год, наверное. И муж говорит, съезди, говорит, посмотри, раз теперь ты безработная, давай, говорит. Я говорю, ну ладно, съезжу, посмотрю. Если что-то понравится, покажу ему на видео, пускай он посмотрит. Но нет, значит нет. Сначала хотела в Старую Ригу поехать, но сегодня у меня мало времени, у меня еще есть дела по дому. Поэтому решила так, где поближе, а в Старую Ригу мы, наверное, поедем завтра. Если ничего не изменится, то поеду завтра в Старую Ригу. Я поеду, сначала думали с мужем, но у мужа, да, не получится. Наверное, поеду одна. Но если что, муж подтянется. Так, а что здесь такое, что-то интересное? Ну-ка. Ящичек выдвижной. И вот так открывается. Это как вариант поставить прихожую. Для обуви еще, кстати, можно. Но у меня верх не подходит. Вот это все подходит, кроме верха. Под комод не подходит. А сверху можно было такой, как вешалку сделать. Вот это по ширине точно вместилось бы, наверное, нормально. Хотя надо замерять. Так, а стоит это удовольствие 200 евро. Когда прохожу мимо вот этой тележки, всегда на нее смотрю. Ну, я немножко хочу себе другую. Да, я хочу стеклянную. Но вот это мне тоже нравится. Не знаю, может быть, об этом варианте подумать. Очень много разных столиков таких низких. Там тоже есть столики. Ну-ка, что там такие за двухэтажные полочки интересные. 100 евро стоят вот такие вот полочки. Ну-ка. Такие неплохие полочки. О, кстати, вот такой столик я видела, знаете, где? На Тему. Я еще... Ой, 20 евро всего. Интересно, а сколько он на... Точно 20 евро? Слушайте, мне кажется, он дешевле, чем на Тему, нет? Мне кажется, на Тему я видела немножко дороже. Может, я ошибаюсь. Он задвигается под кровать, вот так вот, да? Под диван, неважно куда. И очень удобно. О, буду знать. Всего 20 евро, ребята, посмотрите. Нет смысла заказывать на Тему. Можно купить здесь. Ничего себе! Вот это да. Но он черного цвета, я хотела белого цвета.
Так, я подумаю насчет этого варианта. И такие я видела тоже. Так, интересно, интересно. Скажу, 20 евро – самая цена этому столику. Тоже здесь всякие... Появилось много чего новенького. Ну, возможно, много чего я уже не помню, то, что мы видели с мужем. Еще вот такие вот есть. Какие разные есть. Это даже 28 евро, еще дороже, чем тот стеклянный. Вот такие есть разные варианты. Вот такой есть побольше там. Есть такой, слушайте. Ну, буду знать, буду знать. Такой симпатичный столик. Так, ну пойдемте дальше. Столики мне не нужны, но люблю их всегда смотреть, какие есть варианты. Мало ли, что-нибудь захотим изменить. Поэтому всегда смотрю. О, муж мечтает о таком кресле. Говорит, хочу вот такое, говорит, кресло. Очень хочет такое кресло. Ну вот, неплохо. Такие столики тоже смотрятся, да? Очень даже красиво. Так все красиво поставлено. Здесь народ отдыхает. По 4 евро. Такие чашечки с блюдцем. Сколько это стоит? Сколько это стоит? Ну-ка сейчас посмотрим. 13 евро. Плетеный стул. И вот такой вот стол тоже с плетенкой как бы сделан. И лампы вот такие вот. И все вместе смотрится вот так. Вот нравятся мне такие маленькие, да, столики. Положил себе, например, завтрак. Принес так вот и кушаешь. 12 евро стоит. Ну, а стулья какие только хотите. Вот такой поднос я заказывала на Алиэкспресс. Так у меня такого как бы под красное дерево, а здесь такой орех. Очень мне нравится. Я заказывала для фото, чтобы красиво фотографировать блюдо. Но этот бы тоже смотрелся бы неплохо. Вот не знаю, сколько стоит, но классный. А, ну, стоит он 35 евро. Нет, на Алиэкспрессе покупала дешевле. Я покупала, не знаю, ну, больше 10 евро, но меньше 20, в районе 20 евро. Как мне нравится, когда в кухне есть остров. Жалко, что у меня маленькая кухня. Мы не можем позволить себе его поставить, но я бы поставила с удовольствием остров. Я бы могла бы здесь готовить, там поставить камеру и снимать сама себя. А у меня с ним получается или лицо свое, или блюдо. Классно, как мне нравится. Тоже очень интересный вариант. Вот нравится, когда вот духовка находится наверху. Это очень удобно. И смотрите, вот такие ящики с подсветкой. Очень удобные. Мне нравится, когда вот именно выдвижные все ящики. Легче доставать все. Ой, как классно. Ой, мечта просто. Ой, как классно, ребята. Здесь то же самое, да? Вот здесь вилки, ножи можно. Супер. Здесь тоже вилки, ножи. Цвет такой серый, красивый тоже. Здесь такой уже побольше полки. Ой, ну тут вот все положил, все достал. И надо тебе лезть в шкафчики. Так здорово. Так, а здесь вот так вот, да?
угловой. Да, хорошая кухня. Если бы мне нужна была кухня, наверное, что-нибудь такое бы заказала бы себе. Очень классно. Так, как бы вам показать? Конечно, такая большая мне не поместилась бы, но выглядит классно. Очень хорошо, мне очень нравится. Давайте эти посмотрим шкафы. Ну-ка. Ой, сколько здесь всего можно поставить. Вы только посмотрите. Как я завидую, у кого большие кухни. Вот где есть разгуляться. Вот, если маленькая кухня, вот такой есть вариант. Ну, здесь... Что здесь положишь? Здесь ничего не поместится, ребята, когда маленькая. О, хотя здесь полка такая огромная вообще-то. Ну-ка. А здесь, ну, тоже все выдвижные ящики вот так. О, и здесь места много вообще-то, да. Вот, классная, большая кухня тоже, супер. Ну, здесь духовка, да, с микроволновкой, здесь шкафчик. А у меня вот такого размера, можно сказать, только один холодильник. Такой маленький холодильник на моей уже бывшей работе стоял. Кстати, очень удобные такие вот на раковину ставятся, да, что-то моете, сюда положили, что-то моете, сюда положили, чтобы стекало. Сколько они стоят? 2,99. Нормально, кстати, цена. Я подумаю, я на выходе, там если будет внизу, там тоже должно быть на выходе внизу такие штучки. Посмотрю, может быть, даже возьму, потому что иногда вот не... А, нет, мне не подойдет. У меня круглая раковина. Хотя на круглую раковину тоже может встать, а может и не встать. Может так это падать тогда. Не, мне, наверное, не подойдет. Ну, а здесь даже нет круглых раковин, чтобы примерить. Я примерила бы. Я бы такую штучку себе взяла бы. Ой, есть внизу. Сейчас примерю, посмотрю. Ну вот, моя раковина. Так, сначала ее надо выдвинуть. Одной рукой неудобно. Сейчас, секундочку. Не могу выдвинуть, потому что здесь заклепки стоят. Давайте хотя бы так. Ну, в принципе, ну тогда мало места, чтобы мыть. А если наоборот сдвинуть? Сейчас. Поменьше сделать, чтобы на улице была бы. Ну, хотя, ну, не знаю. Ай, баловство. Мало места у меня будет. Так, моя слабость. Доски. Доски красивые. 25 евро. Вот когда я искала, чтобы блюдо фотографировать, не было такой красоты на кулинарный канал. Ну, это, правда, было давно, когда я искала. Сейчас-то у меня уже есть на чем фотографировать. Вот искала что-то такое, чтобы поставить красивое блюдо и сфотографировать. Очень красиво смотрится на таком фотографии. Ну, сейчас у меня такого добра хватает, поэтому даже нет смысла покупать. Вещь объемная, да. Ну, может, я нашла бы, куда поставить, но все равно у меня есть всякие круглые разные, поэтому нет. А такой цвет, вот такого светлого цвета я как бы даже не рассматривала, да. Вот именно искала темный цвет. Когда искала, тогда не было. Вот такой еще есть маленький остров. Тоже как вариант. Тоже удобно было бы готовить, но тоже на мою кухню не поместится, к сожалению. У меня кухня 6,5 квадратов. Жалко. Всегда вот рассматриваю эти полки и на Тему, и на Алиэкспресс. Я их тоже видела. Мне кажется, очень удобные и вместительные. Но проблема в том, что поставить некуда. А так бы купила себе такую. Есть такие еще белые, и вот есть с крышкой, крышка стоит отдельно 10 евро. Хотите, покупаете с крышкой, хотите без крышки. Есть поменьше полочка. Слушайте, цена одинаковая, что ли? Что это 40 евро, что это 40 евро? Ничего себе, размер разный, цена одинаковая.
И вот отдельно крышки стоят. Для больших тележек, для маленьких. Здесь покупала вот такую ступеньку, да, только вот такого цвета, и муж мне перекрашивал под красное дерево, чтобы подходило, чтобы красивая была. Потому что такой цвет я вообще не люблю. Но тогда таких высоких ступенек не было, а мне, вот, в принципе, нужна была повыше, потому что этой высоты мне немножко не хватает, когда мне надо чего-то дотянуться высокого. Вот это была в самый раз ступенька. Вот такие разные варианты есть вот для вилок, ножей. Органайзеры такие. Есть такой, как войлочный еще органайзер. А у меня дома пластиковый. Вот такие тоже есть. Выбираешь, какой хочешь. Ой, смотрите. Вот такая вот для тарелок есть еще. Такую я не видела. Так, сукна. 15 евро стоит. Она пластиковая. Я думала, что она металлическая, она пластиковая. Для крышек вот такая есть, очень удобно. Ой, она еще так раздвигается хорошо. Очень легкий ход такой, посмотрите. Одной рукой даже справляюсь. Такой мягкий, легкий ход. Сколько стоит, ценника не вижу. Я думаю, что это она 7 евро. Посмотрите, какая она компактная. Как можно компактно сложить. Вот такие вот авоськи. Две штуки стоят 6 евро за две. Так, а за евро 50 тут какая-то полка, не пойму для чего. Для чего-то. Очень удобные появились такие держатели для бумажного полотенца. Раньше я не видела таких. Ой, черный есть, как под мою кухню. А там можно и полотенчики, ну, что хочешь, можно. Нравятся мне такие маленькие полочки для посуды, когда посуду моешь, помыл, стекла, водичка и убрал посуду. Стоит 9 евро. Это металлическая, это пластиковая, как раз под мою кухню подходит. Ну, очень мне нравится такая маленькая. Я не знаю, может ее взять. Мы с мужем, когда вдвоем едим, да, вот помыли тарелочки, поставили. Мы обычно, знаете, моем, сразу вытираем. Ну, чтобы сразу не вытирать, вот так вот поставить. Не знаю, подумаю. Как всегда, все упирается в место. У меня же моечка, это тоже она как бы овальная идет, а не квадратная. Как-то тоже она не встанет ровненько, красиво. Сейчас такие красивые искусственные цветы делают. Как они мне все нравятся. Ну, очень красивые. Ой, даже гладиолусы появились там искусственные. Сейчас вам покажу. Какая красота. Это же гладиолусы, по-моему, да? Смотрите, гладиолусы. Здесь так вкусно пахнет. Наверное, специально пшикают. Как будто бы цветами пахнет. Кстати, очень хорошая подставка для цветов. И стоит она 30 евро. Нам надо что-то вот поставить в прихожую. Но я хочу, чтобы все-таки как-то может быть закрытое. В общем, я не знаю. Я вот все смотрю, я пока не знаю, что я хочу, пока мне ничего не нравится. А то, когда снимаю видео, на заднем плане видна наша верхняя одежда, и меня это очень сильно раздражает. Я хочу как-то это замаскировать, очень хочу. Но вот вроде что найду, цвет не подходит, да? Или, например, открытая, допустим, полка, все равно будет одежда будет видна. Ну, как-то хочется немножко ее прикрыть чуть-чуть. Я не знаю, как, в общем, вот буду ходить. Сейчас у меня время будет много свободно, буду ходить искать, как что-то найду подходящее, все сразу возьму. У нас просто очень много места занимает наш большой комод. У нас холл очень большой, но этот комод, он
основную часть занимает, но мы от него избавляться не хотим, потому что нам он очень нравится. Этот комод, вот это вот зеркало сразу, когда заходишь, это очень красиво смотрится. Поэтому надо что-то такое небольшое, не сильно выпирающее, что-то такое. Ну, и чтобы помещалась одежда. Тут всякие разные кровати односпальные. Красиво так, с балдахином кровать. Очень красивое такое одеяло, такой цвет такой красивый, приятный на ощупь. А, это не одеяло? Это, наверное, пододеяльник, слушайте. Вот отдельно можно купить. 35 евро стоит. Ой, сколько здесь много места сделали для кровати. Раньше здесь этого не было. Немножечко переделали. Очень много кровати появилось. Вот такой вот уже шкаф мы не можем позволить поставить в прихожую, потому что он пол комода у нас закроет. Вот. Не знаю, что. Ну-ка, давайте мы его посмотрим. Ну да, наша одежда вся, конечно, поместилась бы. Он закроет пол комода. Цена, в принципе, нормальная, демократичная. 100 евро стоит, как бы, да? Мы и в прошлом году ходили, искали вот полку. Вот тоже вот, как бы, может быть, поместилась бы наша одежда, да? И хорошо бы смотрелся бы у нас. Но цвет не подходит. И, в принципе, все. Только цвет не подходит, да? А так, в принципе, здесь вон и полочки есть. Ну да, единственное, что и обувник. А, ну сюда можно обувь поставить, но уже зимнюю не поставишь, наверное. Хотя, да, можно, да, обувь можно сюда поставить, если что. Ну, будет видна одежда. А, ну вот, но цвет не подходит и видна будет одежда. Мне кажется, в IKEA сложно будет меня найти, наверное. Надо где-то в других местах искать. В Юске тоже все по цвету не подходит. А если какой-то другой уже магазин ехать, там, где может подходит, там ценники очень дорогие. Поэтому ну, мы не торопимся. Найдем. Не найдем, значит, не найдем. Вот интересный вариант гардеробной. Мы же хотим из нашей комнаты сделать гардеробную. И еще так вот закрывается. Конечно, это будет комнатка еще будет меньше выглядеть, где мы будем делать гардеробную. Но зато сюда заходишь, и все, вот это классный вариант. Вот это вариант классный. Вот это мне нравится, слушайте, и обувь, все здесь. Ой, покажу мужу, пускай посмотрит. Так, ну да, но тут стоит каждый, это 228. Муж будет профили ставить. Он говорит, поставим профили, сделаем, да, потом сделаем полки отдельно, говорит, купим. Для начала профили, полки, сделаем как нам надо. А потом он сказал, уже можно будет отдельно двери поставить. Жалко, сейчас нет его со мной. Но я ему покажу такой вариант. Ну да, чтобы сэкономить, не покупать это все, а просто вот как он и говорил, профили, и в эти профили полки засунем. Это будет дешевле. Там один профиль, по-моему, мы смотрели, стоит 10 евро. Не знаю, сколько нам понадобится. Но вот сделаем так. Потому что это все покупать. Это 228, считайте, вот это. Это уже вот 600 евро, даже больше, чем 600, да, 700 получится евро. Ну, в общем, тут набежит очень дорого. А хочется все как-то поэкономнее сделать. Ой, баночки. Ну-ка. Вот такие баночки мне 15 евро. Я заказывала на тему акриловую. Очень понравилось, кстати. Это стеклянная. Надо будет еще на тему акриловых заказать. Мне надо еще две баночки вот таких. Взяли такую стеклянную. Шкафчик, полку. Не знаю, как это правильно назвать. Посмотрите. Это поставишь палец и сразу... Ой, не оставляет отпечатки. Ну-ка, да, быть не может. Ребята, ну, не, оставляет отпечатки, оставляет. Это придется каждый раз чистить. Ну, а так, смотрите, такой шкафчик неплохой. Если до него не дотрагиваться, то нормально тогда.
Как я хочу такой столик себе. Некуда поставить, я хочу именно в спальню, у меня же спальня белая, да? Ну, а поставить некуда, так бы я садилась бы, да, и вот так вот, да, и красилась бы, макияж себе наводила бы. Классный. Очень хочу. Так, стоит 200 евро, стоит. У меня как раз все эти для кисточек, да, органайзеры, все белое. Ну, конечно, мой органайзер здесь много места займет, но вот кисточки могла бы поставить я. Да. Стеклышко такое. Ой. Хочу. С вами могу пообщаться здесь. Я, наверное, зайду купить кисточку, чтобы с вами пообщаться. Я посмотрю. Я еще, правда, не голодная, только позавтракала. Ну, посмотрим. Посмотрите, такая как вот вешалка, да? И на нее вешается вот такая вот полка. Вот такая крепкая полочка, хорошая. Стоит 10 евро полка, недорогая. А, ну вот, в прошлый раз такие прихожие я смотрела, да? Черный тоже подошел бы нам, потому что у нас черная барная стойка. Тоже можно было бы. Я еще предлагала мужу вот такой вариант купить. Да, одежда будет видна, но все равно это будет выглядеть симпатичней. Не знаю, вот в прошлый раз ничего не можем подобрать, но пускай, может быть, в открытом виде будет одежда. Но зато как-то она будет все-таки в полке, на полке как-то вот так будет. А то у нас, знаете, вот просто вот такая вот висит, и сверху одежда. И мне не нравится. А так как-то все-таки будет посимпатичнее, мне кажется. Стоит 89 евро. Так, размеры на всякий случай сниму. Если не найду подходящую полку, чтобы с дверцами была, со шкафчиком, да, может, буду рассматривать такой вариант тогда. Но другого варианта как-то вот сколько я уже ищу. Но, ну, ребят, ну ничего не нравится. Значит, в кафешке можно было бы Икеи и здесь зайти, и там. Теперь только там получается. Там такая очередь. Ну, хочется кофе попить. И чем-нибудь вкусненького съесть. Хотя есть не хочу, просто хочу посидеть за столом. Ну, я хочу что-нибудь сладенькое взять, пока не знаю, что. 99 шоколадное пирожное. 2,99. А, с чаем матча, да? Сливочное такое. Пирожное с чаем матча. Ну, я, наверное, вот это возьму. Меня кстати привлекло вот это. Вот такие я сама дома делаю. Так как сегодня рабочий день, кофе сегодня мне бесплатно, ребята. Так, ну я буду капучино. Да. Или латте, или капучино, что лучше взять? Я думаю, что тут еще кофе с молоком просто есть, да. Ну, наверное, давайте латте возьму. Это все капучино да капучино. Хорошо, полная кружка. Как я люблю. Ну вот, взяла тарт себе. Капучино, ой, нет, латте, по привычке говорю капучино, да, и получается, видите, как бы кофе евро и минус евро, потому что сегодня рабочий день, и сегодня бесплатно по рабочим дням кофе всегда идет, с карточкой Икея, да, у меня вот карточка Икея есть, и с ней бесплатно, а без карточки, по-моему, за деньги, если не ошибаюсь, так что, если что, приобретите карточку Икея. За все это получается, что 2,99 тогда, халява. Там сейчас вышло мое видео, вы во все пишете комментарии, а у меня нет времени поотвечать вам на комментарии. Ну вот, потому что я немножко еще похожу, наверное. Я еще хочу в сад зайти, но сегодня уже не получится по времени. Мне надо домой, мне надо готовить обед.
Сагу не получится, поэтому вот сагу я в следующий раз тогда съела, да? Тоже там давно не была в саге. Ну, сейчас попью кофеечек. Ну, давайте попробуем старт. Я, в принципе, точно такой дома делала. Правда, давно делала. Ну, ничего, сейчас я безработная, ребята. Сейчас займусь за кулинарный канал, возьмусь. Очень похож на мой. Очень хорошее песочное тесто, мягкое. Вкусно. Салаты тоже вкусные. Сегодня на улице очень жарко, 26 градусов. Прямо вот жара-жара. Вкусно попила кофе. Пирожное, это очень вкусно, получила удовольствие. Иногда, знаете, бывает, купишь, тебе не понравится, ты не получаешь удовольствие от пищи. А тут я получила удовольствие. Я так вот сижу и думаю, ребята, как хорошо, что у меня есть YouTube. Мне легче переносить то, что я попала под сокращение на работе. Так бы что, я сейчас сидела бы дома, не знаю, там, занималась домашними делами. Так, все-таки я в тонусе, я хожу, я снимаю что-то, да, я занята делом. У меня есть свое любимое дело, и я очень этому рада, и поэтому я очень легко переношу сокращение на работе. Да? Тем более меня еще муж поддерживает, как бы, он даже, мне кажется, рад, что я теперь все время буду дома ночевать. А то, считайте, полмесяца, да, я проводила ночь на работе. А теперь я все время буду дома. И собака будет счастлива моя, да. И теперь хотя бы я буду высыпаться. Мне даже не верится, что я все ночи буду дома, и я буду высыпаться. Так что нет худа без добра, да. И надо искать, да, положительные моменты в таких вещах, да. Но вот меня вы поддержите, говорите, Рута, не расстраивайтесь. Да, ребята, я сильно это не расстраиваюсь. И моя тетя позвонила мне, говорит, Рута, ну видно, по виду, что ты расстроенная. Я говорю, да нормально все, не расстроенная. Я ищу плюсы в том, что я буду теперь каждую ночь дома. И то, что я буду теперь высыпаться. Да? И то, что у меня есть любимое дело, есть вы у меня. Поэтому все нормально, друзья, все хорошо. Ну, друзья, по посудному, наверное, особо проходиться я не буду. Конечно, сейчас пройдусь по-быстрому. Что-то интересное увижу, покажу вам. Если ничего интересного не увижу, ну, что вам показывать посуду? Посуды у всех много, посуда есть разная. Все одно и то же, можно сказать, да, везде. А, ну вот единственное, что вот мне нравится здесь, это вот то, что здесь стеклянные мерные стаканы. Вот если я вот покупала. Я не люблю пластиковые, мне нравятся именно стеклянные. Есть побольше, есть поменьше. Так, сколько маленькие стоят? Так, вот эти вот стоят, если я не ошибаюсь, 5,99, да, 6 евро. Я таки покупала по 6 евро. А эти, наверное, да, 3 евро. Ой, вру, 4 евро стоят они. Ну вот удобный еще стакан с крышкой, да, если что, кому-то надо, но он пластиковый. Есть маленькие кухонные весы. Стоит 13 евро. Смотрите, какие хорошенькие. Очень хорошие. Говорила, ничего показывать не буду, а сама. Ну, потому что есть очень интересные вещи. Смотрите, запекать что-нибудь, да. Вот, например, да, вставить в духовку. Правда, это другой вариант, да. Но этот вариант тоже же можно. Только единственное, нету крышки, наверное. Мне еще нравится, когда крышка в комплекте идет. Так, а стоит этот 15 евро стоит. Есть поменьше за 10 евро. Вот такая за 10 евро. Очень-очень даже хорошая форма. Ну, как я говорю, нету крышки. А вот с крышкой есть, да? А, крышки отдельно, что ли, продаются. Можно купить, наверное. Ну-ка. Нет, это не подойдет сюда. А вот сюда, может быть. Вот на маленькую, наверное, подойдет. Все, я поняла. Крышки, наверное, отдельно. Могу ошибаться. Вот эти формы. Мне надо такие овальные плетеные корзины. Вот так вот тоже, чтобы было бы с тряпочкой. И я буду хлеб печь сама. Не в хлебопечке. В хлебопечке я буду белый хлеб печь. А вот такой я хочу печь, знаете, как вот серый пекут. Вот хлеб такой-то хочу.
И мне надо вот такие, анатему я видела, анатемы, по-моему, есть, я анатему куплю, точно. А сколько это стоит? 13 евро. Анатемы тоже они как бы не дешевые, но посмотрим. Зато анатему есть овальные. Ну, сковороды, кастрюли, это ничего не хочу показывать. А, это чугунные? Я говорю, не хочу, а сама... О, чугунные, да. Это чугунные. Раньше, помните, в советские времена чугун какой был дешевый, да? А сейчас по 45 евро вот эта маленькая. Ну и дороже, конечно, остальные. Смотрите, какая маленькая ручная шинковка. Ну-ка, давайте посмотрим, как она так... Вот как она шинкует. Я думаю, наверное, руками будет быстрее, как вы думаете. Хотя неизвестно, стоит 5 евро. Ну, мне сейчас одной рукой неудобно. В общем, надо ее крутить, и вы шинкуете. Не знаю, удобно, неудобно, но вот такая вот есть. Вот такая насадка, крупная терка. И вот такая терка помельче идет. Не знаю, насколько это удобно, если честно. Это удобный дуршлаг, который складывается. Много места не займет. Ну, дуршлаги у меня есть. У меня красивые есть. Под мою кухню, поэтому это мне не надо. А так вот купила по такой вот, который много места не занимает, 10 евро. Если что, может, кому-то надо. Формы. Это пластик, это нет. Вот такая вот есть с дырочками. Сколько она стоит? 15 евро. Здесь тоже весы эти. И термощуп. Да, когда готовите мясо, например, рыбу, вот такой вот вставляете. И до определенной температуры, когда нагревается, значит, ваше мясо или рыба готова, или курица. Ну, нравится мне этот столик на ножках. Ну, был бы другого цвета, точно взяла бы. Такого цвета не хочу. Не люблю такой цвет. Но вот здесь дощечек очень-очень много. И большие такие, знаете, вообще огромные есть. Классные. И там... Полочка для специй, 15 евро. Ну, здесь все баночки, скляночки, крышечки, да, все вот такое. Я думаю, вы уже все это видели, все это знаете. Ну, или почти все. Вот такое я не видела. Это что такое? Что-то такое. Так, а это? Трехэтажный, типа... С собой брать еду, что ли? Это еще открывается. Могу ошибаться. Прикольно сделали, как будто бы рука, и на руке сумка висит. А дальше как бы бутылки. Интересно так сделано. Салфетки по 2 евро. Там 50 штук в каждой. Вот такие вот большие, просто огромные. О, когда была розовая свадьба, когда мы ходили, помните? Вот такие вот на стол было прикольно поставить салфетки. А может, там и были розовые? Я не помню уже, что там было. Посмотрите. Ну, довольно-таки хорошая цена, скажу. И цвет есть разные. Есть синие, есть вот такие желтые, зеленые, белые. А еще вот такие всякие интересные салфетки есть в клеточку. Очень даже интересные. И как полотенчика салфетки, да? Стоят они по 3 евро. Эти 3 евро, эти 3 евро. Новинка, видите, Ялнумс. Новинка. Вот это интересный вариант тоже. Вот такого цвета еще разного есть. Появились такие большие подставки для горячего. Например, чтобы горячую сковородку, кастрюлю поставить горячую. Раньше таких больших не было. Вот как красиво можно сложить салфетки. Очень красиво. Вот такой еще есть крутящийся поднос, или как правильно сказать. Вот когда я искала, не было этого ничего, когда мне надо было очень. А теперь вот есть. Ну, а теперь мне не надо. А так вот купила бы такой вариант лучше. Так, здесь уже текстиль. Ну, по текстилю точно ходить не буду. Вот там дальше есть все, что связано с освещением. Но мне это тоже пока не надо. А может и надо. Что-то мне надо было. Ну ладно. Если что, с мужем приедем. Очень много текстиля, всякого разного, подушек. Всего-всего. Белья.
О, еще что мне надо, вот что мне надо. Блин, здесь дорого, 220 шкафчик, 220 под раковину шкафчик. И вид такой, скажем, мы видели дешевле и получше мы видели. Но полочек много. Красивая раковина, да? Из стекла. Ну, за ней нужен уход. Каждый раз надо будет протирать. Иначе будут пятна и будет некрасиво. И вот, кстати, вот такое стоит, как подносик. И здесь вот так вот все составлено. Очень даже красиво. Такая вот небольшая ванна. И как душевая кабинка еще сделана. Здесь такое вот стекло стоит. Вот хороший шкафчик, но тут уже 300 евро стоит. Зато какие зеркала, как раз для блогера. Сейчас было объявление, что с IKEA карта в рабочие дни можно попить бесплатно кофе или чай. Вот я и воспользовалась этим предложением. Давайте посмотрим корзины. Вы знаете, я люблю смотреть разные корзины. Мне очень нравится, какие большие есть. Вот такие есть. Ну, ценники называть не буду. Они стоят денег, но вот такая большая 30 евро стоит, например, да? Как бы корзина не... И есть корзины. Ой, какие только хочешь. Посмотрите, какие только хочешь. Это классное. Очень много и разные. По-моему, даже такие складные есть. Вот такие войлочные коробки по 13 евро, которые складываются. Надо – разложил. Не нужна – сложил. Даже вот такие под дерево есть тоже. Посмотрите, тоже что ли складываются они? Ну да. Вот тут, видите, на шурупчиках, на винтиках. О, вот это классный вариант. Это красивее смотрится. Стоит 20 евро. Такая есть за 10 евро, но она уже не складывается. И даже для котика есть вот такая вот корзина, посмотрите, 60 евро. Что-то я уже заблудилась, шла-шла и попала сюда, где освещение, а я не собиралась здесь идти. В общем, все равно стрелки привели сюда как-то меня. Ну, а здесь такое все, зеркала, часы. Ой, зеркала я люблю зеркала. Кто не любит зеркала? Все мы любим зеркала, особенно девочки. Правда, девочки? Любим зеркала? Любим. Тоже такая хорошая подставочка. Что-то сопоставить, красиво оформить. Так, а сколько стоит такая подставочка? Вот ценника я не вижу. А вот там вот есть, по-моему, ценник. О, 45 евро стоит эта подставка. Мне нужен какой-то высокий горшок. Красивый я хочу. Под долларовое дерево, чтобы поставить его вместе с горшком, со своим горшком, в котором находится. Вот что-то надо такое, какое-то что-то оригинальное мне. Но не так дорого тоже стоит. Вот типа такого, что-то мне надо 35 евро. Ну, ребята, я сейчас безработная. 35 евро для меня уже дороговато. Тоже интересно, посмотрите, да? Очень классно, под цветы. Ой. И там тоже красиво мое дерево бы смотрелось бы в этом. А сколько стоит это деревянный? Так, надо поискать. Только вот. Ой. Похоже, что 50 евро стоит. Ну, красиво, красиво, да. Вот так вот смотрится. И надо было еще какой-нибудь цветок поставить, чтобы это выглядело наглядно, как красиво. Мы уже с вами видели, вот в таком тоже стоят цветы, тоже очень красиво смотрится. Ну все, мы с вами идем на выход по цветочному отделу. Ходить особо не хочу. Это уже склад здесь. Люди уже выбирают здесь товар. Да, ребята, ну на улице очень-очень жарко. Прямо очень.
Да, ребята, как синоптики и обещали, так оно и есть. Как обещали 26, так и есть 26. Не ошиблись. В машину сейчас села, но очень, просто очень жарко. Ну что, так вот мы с вами погуляли. Кое-что там для себя, ну так, отметила, мужу покажу, что он скажет, да. Вот по поводу этого шкафа встроенного, да, то, что мы все собираемся. Ну, у нас сейчас как бы... Нам надо машину покупать, да, поэтому у нас сейчас как-то мы все зациклены в эту сторону. Ну, если как дешевый вариант сделать, как вот муж говорил, то можно потом как-то вот так вот сделать, двери поставить. Как он, в принципе, объяснял, что вот так вот можно сделать. Сейчас я это все увидела наглядно, как бы, да. Ну, в общем, будем думать. Буду теперь гулять, везде буду ездить, все буду рассматривать. Вдруг что-нибудь готовое найду интересно. Вот прихожую хочу найти какую-то, да. В общем, время у нас есть с вами. Ну, а я сейчас поеду домой. Я буду делать бастурму. Ну, вот, муж купил такое мяско для бастурмы. И у меня дома еще лисички лежат. Хочу пожарить лисички еще. В общем, надо готовить мне обед, друзья, мужу. Ну, наверное, давайте попрощаемся. И как всегда по традиции, все, кто не подписался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну и, конечно, нажимайте на сердечко. Супер, спасибо. Я с вами прощаюсь и увидимся всегда в следующем выпуске. Всем до свидания. Mm-hmm.